Кристина Нетисова занимается народными танцами уже 20 лет. Увлечение детства переросло в большую любовь к разным культурам и хореографии. Кристина – лауреат всемирных и международных конкурсов. Сейчас девушка передает свой опыт юным подопечным. Наши русские танцы, они настолько богаты душой, они настолько обширны, от хороводов, даже березки, до каких-то более ритмичных русских дробных танцев. То есть вполне можно даже в хореографических номерах связать наши как игры русские, старые, фольклорные. То есть можно все. Тут диапазон очень обширный. Культура все-таки каждого народа разная, она сохраняется. И я считаю, то, что ее нужно сохранять и передавать. Танцевальные коллективы, которыми руководит Кристина, выступили в библиотеке имени Крупской, где прошла «Ночь искусств». Всероссийская акция проводится ежегодно в День народного единства. Сотрудники библиотеки организовали музыкально-хореографический час, венок песен и танцев народов мира. Через мероприятия, через творческие активности мы показываем, что Россия – это действительно многонациональная, дружная страна с культурой, которая неповторима. Главное, что мы призываем людей к диалогу, поговорить между собой, обсудить какие-то общие точки соприкосновения через искусство, через книгу, через общие культурные коды, которые у нас есть. Мероприятия в рамках акции «Ночь искусств» прошли на разных площадках города под девизом «Россия объединяет». Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.